Работать в детском саду ответственно и интересно. Так считает Оксана Алиева. В этой сфере она трудится уже более 20 лет. Сейчас старший воспитатель. Помимо постоянного общения с малышами, плодотворно сотрудничает с коллегами. Занимается повышением качества профессионального образования. В результате внедряются новые методики и технологии. Мы используем метод проекта, то есть сначала теоретически изучаем этот вопрос, проводим семинары, практикумы, педсоветы и постепенно внедряем новые технологии. Сначала обучаем педагогов, а потом, соответственно, свой уже, ну, пускай может быть и небольшой опыт, мы переносим на детях. И таким образом у нас складывается вот такая рабочая обстановка, атмосфера. Появляется что-то новое в нашей педагогической деятельности, активизируем родителей, привлекаем. В Красногорском детском саду номер 50 с малышами работают как опытные, так и молодые специалисты. Воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, инструкторы по физической культуре, музыкальный руководитель. Мастера своего дела регулярно принимают участие в профессиональных конкурсах и стремятся познавать новое. А воспитанники помогают в этом, заряжают энергией и креативом. Отметили достижения сотрудников дошкольного учреждения и в Московской областной думе. Позвольте со всей души поблагодарить вас за то, что вы делаете, за то, что наши дети попадают в мир счастья, за то, что родители спокойны, и за то, что вот лучшее случается, а лучшее происходит здесь. Здесь сказка. Спасибо. Спасибо. За добросовестный труд и высокий профессионализм в работе Роман Володин вручил цветы, почетные грамоты и благодарственные письма Мособлдумы 5 сотрудникам детского сада номер 50.